26 мая в нашей стране отмечают День российского предпринимательства. Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных показателей экономического и социального развития страны. В городе осуществляют деятельность 1242 субъекта малого и среднего предпринимательства. Численность работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, составляет более 6200 человек, или 41% от общего числа занятых в экономике города. В Губкинском сегодня зарегистрированы 170 торговых объектов. Из них 45 продовольственных, 100 непродовольственных и 25 объектов смешанных товаров. Губкинских предпринимателей отличает инициативность и социальная ответственность. Об этом свидетельствует тот факт, что Губкинский назван самым активным муниципалитетом по реализации проекта «Забота». Очень много объектов, практически все торговые точки участвуют в этом проекте, предоставляют скидку льготной категории граждан. И, конечно, за это большое спасибо. У нас существует один такой социальный магазин, помимо проекта «Забота», он предоставляет 10% скидку пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан. Причем мы проводим регулярно мониторинг цен. Цены в этом магазине ниже средних по городу. К проекту «Забота» привлечено 50 партнеров. Скидки по социальным картам в размере от 3 до 10% предоставляются в 72 объектах потребительского рынка. Традиционными для Губкинского стали различные ярмарки выходного дня и выставки продажи. 23 года назад в городе был создан и успешно действует Губкинский союз предпринимателей. Помощь и поддержку начинающим бизнесменам оказывает инновационно-технологический центр «Старт». Все предприниматели – активные участники городских спартакиад и всех общегородских мероприятий. Дорогие наши губкинские предприниматели, от всего сердца поздравляю вас с российским праздником, Днем российского предпринимателя. Хочется, чтобы все ваши надежды и ожидания исполнились, чтобы все ваши проекты, идеи и начинания развились до грандиозных масштабов. Хочется пожелать, конечно же, здоровья, успехов и процветания в бизнесе. И пожелать успехов и здоровья также вашим близким.